Андрей, мы пошли, да? Здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. Проезжайте. Отдыхайте. Это из какого комплекта? Это ему отдай. Вот где взял, то отдай. Это все, подросли. Рюмки взяли на карман. Звери думают, вот дебилы приехали. Для чего? Муравьи едут, короче. Все идут. А ведь это хрен на вас? Повтори. Да, у нас. Зачистим. Дим, кусачки есть тут? А зачем? А не надо. Не надо? Это временно. Ты меня только не резани. Как без поломок? В лесу все наше. Это у нас давай. Все, пока покинет, надо все это дело обсудить. Thank you.
Дима, это от того, что ты мало выпил. Мало пил? Да. Потому что последний раз не пил. Thank you.
стоит, это не очень хорошо. Опа! Вова, блин. Надо было вот там уехать. Вова, туда, Вова. Андрюха, ты выйдешь за мной? Право руль, право руль туда падает. Да поехали уже. Да, давай назад еще. И потихоньку дави. Нормально, нормально. Давай, нормально, давай, давай, вот так, держи. Давай,
Thank you.
здесь можно. Каждый свое место метит. Гаворкян какие-то. И хантели. Хантели? Да, хантели. Времечко 4 часа ночи. У нас лагерь. Раскладываем. Что-то ничего не раскладывает. Всем привет! Значит, силен. А человек не знал, что это. То есть у него майка слетела с плеч в такси, ну то есть она через ноги ушла. Вот. Вывернула кроссовки на изнанку. Я рекомендую в берцах не ходить. Может быть, вывернули носки. Дальше летят штаны вот так вот, пах с трусами. И человек дальше поступает прямо туда, через щепки очка этого, да? Вот. С турбулентными потоками разносит всю грязь в стороны. А человек чистый, реально чистый. И он попадает в так называемый кока. Вот. У этого существа есть то, что мы называем коком. Это устройство, покрытое покатую борсою, шевелящейся толстой, приятной ногой. Не слышу, к сожалению, правым ухом плохо. Я говорю, налейте или насыпьте на жёлтый. Что? Он уже бампер согнул на УАЗе. Это к чиху. После вот этого исчезновения останавливается для человека время. Его биологические часы замедляются в тысячи раз. Сердце практически не стучит. Анабиоз. И проскакивая вперед вот эту неизвестность, о которой никто ничего не знает, через 15-20 лет, бывает через 5, бывает, возможно, через 1000 лет в теории, бывает по обратному вектору времени. Пачуха выбрасывает человека в коконе, который уже отвердел, с этими шмотками. Вот. С шмоткой в ногах,
Вот. Попадает в этот кокон. Остается человеку 8 минут находиться в сознании. Затем наступает анабиоз. Кокон выделяет вещество, напоминающее по структуре тетрагидроканабиол, вот, а также диэтиламид лизергиновой кислоты. Вот, немного морфин. Нет, надо туда.